Да, поэтому го послушаем новый альбом Худрич Луки. Ну, весь альбом мрачный. Я тебе, похоже, кукол за 40 раз. А я понял. Мне почему надо все подряд делать? Потому что потом со стримов можно нарезать охуенные видосы со всякими там реакциями, просмотрами, прослушками всякого дерьма. И выкладывать, собственно. Вот. Ну, если честно, я чекал альбом. Ройс, а ты как вообще с Гредди общаешься? Ну, или с любым из его окружения? Просто вроде... Коллабных работ у вас нет. Есть, только, блять, он никак выложить не может. Мы на Фонтанку ездили, когда я в Питере был, делали биты. Он, блять, их что-то куда-то съел нахуй. Бля, кстати, сейчас. Перейдем. Так. Бля, все, найдем. Как найти в чате? Я игру сидит, работает, Дрил пишет, футбокс 2. Как вам, кстати, вот это вот оформление? Типа рамочка такая, там заблюренный фончик, ебать. Прикиньте, блюр нельзя делать в OBS по дефолту. Там всякую хуйню скачивать надо. Рисовал сам вот эту рамку, чтобы там типа тень была вообще. Задрочился по полной. Кстати, Москиту надо написать, мы с ним пытались уже делать совместный стрим. Ну, типа, Москит, когда в Самару приедет? Да к он в Самаре. Неделю назад ездили с корешем к нему, комп собирали. Теперь там стримит каждый день. В... Сейчас... Не стримит он сейчас, нет.
Марина. Да ёпта. Выхожу с пятиэтажки, с табагом, где вырос. Встретился с вором из Греции. В доту ебашится он днями. Варзон. Поставил низкий клиренс. С ног до головы в армане, бро, какой рафсон. Смотрел меня. Как я, блядь, в танки играл. А в чем прикол войстега Худрича? Ну, типа... Ча. Худрич Entertainment. Есть, короче, лейбл такой. В нулевых. Да ёб твою мать. Я вернулся. О, здорово. Вот, выпускали всякие это, с Brick Squad, Ваки Флаки, типы Худрич Пабло Хуан. Ну и там был войстек этих вот диджеев, диджей Скрима, диджей Спинза, они ставили Худрич, всякие теги, всякие разные. Вроде под мне его, да? Просто прикол. У меня команда по скаму, ай. У меня 5 точек на рынке, ай. У меня силовые услуги, ай. У меня продажа, ай. У меня продажа нарко, ай. У меня продажа эскортниц, ай. У меня продажа на блоке весь день. У меня деньги на стирке, ай. Ай. Ну вот, послушайте любой сборник DJ Scream'а. Там везде вот эти теги будут. Вот эти. В смысле, есть все. Ну ты отходил, я отрубал. Да, я понял. Короче, вот это разъеб. Я прям на репите слушал. Просветил меня ты. Ну, добро пожаловать в энциклопедию рэпа. Энциклопедия рэпа. Новая рубрика. Ну, блядь, ну... Не. Не понравится это рэперам. Как некоторым. На-на. Чё, там упал? Девочки, вы упали? Понял. О, кстати, рабочее место, хочешь? Давай, ебаш. Вау, вот это лука. Блять. Ёпта. Подожди, сейчас блюдо. А, ты ж с айфон там, да? Разъёб, разъёб. Но, блядь, Клава не механическая, потому что Настя сказала, что пошёл я на. Ей мешает. Понял. Грапа лука. На нахуй, выключи теперь монитор, блядь. Вот, к примеру, сейчас тречок поставлю один. Который я там с детства прям слушал. Салам алейкум. Здорово. Вот этот. Ройс? Это твой друг вот этот? Янг Ройс он. Ну так, шестерка, я бы сказал. Янг Ройс. Здорово. Здорово. Ладно, я пойду, не буду мешать вам. Ну ты не мешаешь? Давай.
Да я, наверное... посидеть, блядь, на трансляцию зайдёшь. Я вижу, да. На Маджестике очередь 800 человек. Как, да? Охуенно. Как всегда, блядь. Это всё ещё... Да, это, блядь. Смысле, ёпта, ты чё? Чё это за жанр? Это... Трэп в классическом его это виде вообще. Трэпчина, да-да-да. В самом-самом классическом виде. Ты чё? Трэпчина из трэпчины. Чё за вопрос? Так, продолжаем. Там может сидеть любитель рока. Думаю, не, может, вчера просто рэп начал слушать, и, ну, логично. Погнали трэп писать, я кайфанул. Ну, он не особо кому-то нужен сейчас. Я иногда пишу. Почти каждый день, на самом деле, вот такой прям звук, но просто для кайфа. Я не знаю. Было... У меня 12 было. Да, 6. Ну, к сожалению, я лох. О, вот это прикольный, кстати, трючок. Админку? Первый раз слышу, что это такое. Да, у него есть модерка. Он у меня упрашивал... Нет, он у меня в чате в ТГ админку упрашивал, чтобы код бота, блядь, добавить. Добавил. С этого бота писал всем всякую хуйню, я его убрал из админа, спирноид. Ты, кстати, мне этот верх камеры можешь подобрать. Видишь, дохуя места нашёл. Сейчас сделаю. Это правда не тайна. Мой фандал после опу, это было похвально. Я делал джук на трапе, потом ехал на хач. Эти улицы влияют на мою зарплату. Сука, не имеет вес влиять на мою трату. Живу по ресторанам, закрываю щита братьев. Мог за себя хату, но я живу для кайфа. Я вообще пиздец, как люблю эти кайфы. Пересчитываю деньги лишь за ванне. Мне фаргазовал его анал порвальный. Двигаюсь по блоку медленно в напальне. Двигаюсь по блоку медленно в армане. Двигаюсь по блоку, суки, так и пальни. Погнали в Вартандер. Ебать, не. Хуёво идёт вообще на маке. Я скачивал. Ну так, да. А вот, блядь, танки Блиц охуенно идет. Мало чего. Плюс со стримом будет вообще не вывозить. Чекайте, что купил. По приколу я могу какую-нибудь хуйню скачать, и через прогу для управления ты можешь задротить нахуй. Челлендж какой-нибудь. Слайм чистый. Нихуя себе. Блять. Ты чё, змея, блять? Разъёб? Это змея или чё это? Да, змея.
Блять, отдай, ягор змеи. У него там глаза типа еще зеленые. Слышишь? А Гэнгбис. Че? Гэнгбист. По идее, на маке должно быть. Это что такое? Смотри. Бля, сейчас. У тебя вроде в стиме поддерживаемая она была. Бля, я стим удалил. Понятно. Что за хуйню вы слушаете? Не пизди, да? Новый альбом Худрячилки слушаем. Я могу вывести. Так, я сейчас приду. Я тебе какую-нибудь игрушку могу вывести. И по очереди проходить. Блять, он ляпно. Ебать. До первого падения, блять, по очереди. Думаешь? А чё? Ебать, кстати, а есть он ляп на Mac? Он онлайн, кстати, даже есть. Он ляп. How to play only up on Mac. Кроссовер. Понятно, домой. Сейчас. Get over it. Знаешь игрушку? Да. Она вроде была. Сейчас я попробую найти. На Steam или где? Бля, бит разъеб. Блять, я не знаю. Ой, вот я захожу в Steam, продукты для macOS. War Thunder, блядь. Да там пиздец, там просто лаги одни. Так, ну чё, разъёб. Вот прям вот это пиздец. Девор, старорушка. Сейчас, погоди. Как? Девор. Девор, блядь, я хуй. А, вот какая-то есть ARM. О, есть. И на... Punish Evil Together. На ARM процессор идет. Devour. Ну вот, она кооперативный хоррор, кооперативный. Скачиваю. Она у тебя куплена? Нет. Ну, я взломанную качаю. А смысл, если за взломанную на кооперативе не поиграть? А, пон не качаю. Ща, подожди, я в Steam открою. Нормально. У меня тут есть немного балика, ща посмотрим. Лауд это лука. Я могу купить. И тебе, и себе. Слышишь? Слышу. Сколько она стоит? 150 рублей. А, ну давай. Грабба лука. Подкала лука. В багажнике коала. Да-да. Ну, короче, разъёб. Вот этот трек прям, бля, сочный.